Всем привет, друзья из Алании. Сегодня у нас суббота. Время сейчас 4 часа 15 минут. Мы на пляже White Gold. И, ну, видео будет много. В принципе, где мы сегодня только не были. Спасибо Матину. Мы сегодня были и на Домлатаже, где мы только не были. И прошелся я. Видео выйду с Домлатаж, две части, с пляжа и Клеопатры. И прошелся я также по всему берегу. Смонтирую потом тоже завтра, может, послезавтра выйдут эти видосики все. От самых моих любимых пляжей, которые там, где Арси отели в Тосморе. Шел по берегу, показывал, сколько людей. Людей столько по пляжам не было с ноября месяца, если даже не с октября. То есть вот реально по всем пляжам абсолютно идешь, и люди повсюду. Обычно, когда теплая погода зимой, люди есть на Домлатаж, на Клеопатрах, на всех пляжах по чуть-чуть, да. Но вот чтобы столько людей было по Тосмору, по оба, по всем абсолютно пляжам, столько людей реально здесь пляжи эти не видели два месяца. Кто-то купается, кто-то загорает. Купающихся мало, больше их на Клеопатре. Здесь купающихся мало. Здесь есть загорающие, есть, ну, в основном тут местные. Тут не так много сейчас русскоязычных. Я вот ходил по берегу, погода у нас сегодня, друзья. По ощущениям, сейчас градуса 22-23, ну, в принципе, по градусникам на солнце тоже. Ну, пацаны, по-моему, даже, да, местные ребята, вот, ну, им не холодно. Я иду в курточке, в футболке и в легкой курточке весенней. Ветер свеженький, вот, порывы есть, и он немножко свеженький. То есть, ну, когда ветер дует, такое ощущение, что градусов максимум 20 где-то. Но когда ветер затихает, на солнце, в принципе, довольно тепло, и можно сказать, что и 23 градуса, и может быть даже немножко больше. Вода 17,5, конечно, это не 19, может поэтому как бы купающихся мало, в принципе, сегодня. И на Клеопатре тоже было немного, когда мы там были, вы потом увидите. Из-за того, что все-таки 17 и 19, это разница большая. Если бы была вода 19, я думаю, купалось бы гораздо больше людей. Вот, в тени сейчас 19 градусов, так что, друзья, это... На солнце точно больше. Ну, 18-19, давайте я так скажу, в тени. Ночи у нас тоже уже как бы тепло. Вот, может, вам слышно, дует немножко ветерочек этот. Если бы его не было, если бы его вообще не было, то на солнце вот буквально за 2 минуты оно так согревает, что реально и тепло, и жарко. Людей очень много. Я на самом деле, ну, приближения нет. Я не могу вам передать, как много людей по всем абсолютно. Абсолютно по всем пляжам. Два месяца точно эти пляжи не видели столько людей, как сегодня. Но откупающихся мало, да. Вот так вот выглядят сейчас ваши пляжики любимые. Кто White Gold любит. Ну и видео потом большое выйдет. Как я уже сказал, два видео выйдет с Домлатаж, потом с Клеопатры, потом здесь. Вот такая вот, такой вид на ваши любимые антикроманы White Gold. Суббота сегодня. Это солнечная Алания. Тепла всем вам. Увидимся. Не пропустите длинные видосики. Будут выходить. Еще вчера также выходят видео, которые я вчера наснимал. Кстати, где я был вчера? А, в Карджаке я вчера был, да. Эти видосики сегодня и завтра еще будем смотреть, наверное, тоже. Так вот солнышко светит. Что-то они пытаются поймать на свои палки какие-то. Интересно, что они ловят, не знаю. Бутылочку кто-то должен заползти, какая-то бутылочка, и в нее рыбка должна заплыть, возможно. Все, друзья, прощаюсь с вами. Это видео коротенькое, первое будет сегодня, возможно, из отснятых сегодня. Пока. White Gold пляж. Он вас ждет уже скоро.